Анапа – курорт детского и семейного отдыха, и детская безопасность превыше всего. Такую установку сотрудники отдела ГИБДД Анапы получают от Краевого и Федерального управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения. Название «Пионерский проспект» говорит само за себя. Здесь располагается основная масса детских здравниц, и вахту на дорогах несут круглосуточно сразу несколько патрульных бригад. Проверка автобусов, документов водителя идет принципиальная и тщательная. Поблажек не делается никому. Водитель в первую очередь должен пройти медика и механика. Заключенный должен быть договор с любой организацией, которая непосредственно будет проверять его перед выездом на линию. После прохождения медика и механика водители обязаны иметь при себе документы на транспортное средство, водительские документы, страховой полис и диагностическую карту. К перевозчикам детей есть дополнительные требования. Водитель обязан иметь с собой уведомление, а лицо, которое нанимает данные автобусы или своими автобусами ввозит, должен делать заявку сотрудников в отдел ГАИ, подавать заявку на приказ на сопровождение. Сегодня нарушителей не выявлено. Инспекторы делали замечания по незначительным поводам, которые не влекут за собой административные наказания.